Задержка рейса. Накануне в аэропорту города Якутска был задержан рейс авиакомпании «Якутия». Около 5 десятков пассажиров не смогли вылететь по маршруту Якутск-Симферополь. 2 года ждала вот этого отдыха на Крыму. Билет был куплен в апреле месяце. Нам сегодня откладывали с часа дня до 8:30 наш вылет. Сюда приехали, сказали, что уже мест нету. И нас не зарегистрировали. Мы остались с детьми, с тем ребенком, с маленькими детьми, остались 12 человек. А всего наших пассажиров 50 человек остались без места. Кто нам возместит наши вот это потрепанные чувства, можно сказать, и возместит вот наш отдых? В разговоре представитель авиакомпании «Якутия» назвал причину задержки. Ситуация произошла из-за отставания от графика по пути следования самолета из Москвы в Якутск через Новосибирск. В настоящее время часть пассажиров отправлена другими рейсами. В данное время мы ждем официальных комментариев от представителей авиакомпании.